Офигеть, ну нет, только не это, пожалуйста. А, блин, здесь очки. Они реально в крови, вот это да, блин. Да, ну, на... да волосы. Блять! Да не пи***у! Эй, йоу, чё творим, бро? Меня зовут Сергио Неси, бро! Сразу же, просто сразу же бери, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою супри-банду! Ведь придет время, и супри-банда будет над всеми! Кто не с нами, тот под нами! А я как вижу, бро, тебе не очень нравится быть под нами! Поэтому подписывайся на мой канал, чтобы быть с нами! В нашей крутой супри-банде! И банда, вы все просили посылки из Даркнета! И естественно, я заказал гребаную посылку из Даркнета! Вот она! Ладно, шучу! Вот она! Офигеть! Просто огромнейшая коробка. В этот раз там уже нету никаких паскалок, циферок на ней. Все пусто. Это обычная коробка. Никто просто не догадается, что в ней. Но я-то знаю, что в ней что-то ужасное. Итак, бро, вот эта коробка из Даркнета. Она очень тяжелая, где-то килограмм 10 точно. И, бро, многие из вас спрашивали, как же попасть в тот самый Даркнет, где можно заказать такую вот коробку. Все намного проще, чем вы думаете. Первое, что вам нужно сделать, это закачать VPN. Лучше всего скачивать платный и купить на него лицензию. Тогда больше шанс, что вас не проследят. После чего вы скачиваете Tor-браузер, собственно, с которого вы будете заходить в тот самый Даркнет. В Даркнете есть своя специальная поисковая система, где вы вводите мустери бокс, и вам кидают просто кучу этих продавцов коробок. После чего вы выбирайте одного из них, и там будет телеграм-канал того чела. Дальше вы находите его в телеграме, уже в телеграме обо всем договариваетесь. И ваше право указывать вам тот настоящий адрес, где вы живете, или же просто указать почту, где вы придете и заберете. Мне повезло, я живу в том месте, где все друг друга знают, и поэтому я мог просто не указывать свои настоящие данные. Мне просто она пришла на почту, а дальше я его забрал под своим псевдонимом, о котором я не скажу. Это выдуманное имя, фамилия. Такого вообще нигде не существует. Что ж, вот так вот заказываются посылки из Даркнета. А теперь, собственно, сама посылка за $250, что очень дешево, напоминаю. Мне кажется, что там ничего не будет. Просто кто-то решил выбросить свой ненужный хлам и решил на это подзаработать. Это идеальная схема. Окей, для того, чтобы открыть коробку, для начала нам нужно одеть перчатки, потому что мы не знаем, что в коробке. Вдруг все-таки за $250 там что-то жуткое. В принципе, коробка уже открыта. Что ж, окей, банда, открываю вместе с вами коробку, как и всегда. Чтобы вы тоже увидели первое, что там лежит. Тянем. Ух, я вижу уже что-то белое, и мне это не нравится. Так, вы готовы? Ух ты. Здесь куча всяких вещей. Итак, у нас здесь какая-то просто огромнейшая коробка. Она так странно запечатана, здесь сверху бумага наклеена. Что ж, это, наверное, мы откроем в самом конце. Я уверен, что там будет что-то самое интересное. Дальше у нас идет какой-то оранжевый мешок, и в нем что-то непонятное. Дальше какая-то коробка, здесь написано «Эрго». Я знаю, это наушники, так что, скорее всего, что это коробка от наушников, и это уже похоже, вот. Так, что ж, дальше я увидел термос. Прикольно. И еще вот эти вот ушки, и я уже что-то вижу. Итак, самое первое, с чего мы начнем, это с наушников, потому что они самые красивые должны быть. И ясно, что их здесь нету, но почему-то эта сторона очень перевешивает. Но что-то есть в середине, я это слышу. Поэтому давайте-ка его откроем и посмотрим. Это что-то мягкое, блин! Это очень странно выглядит, замотанная фольга, а потом еще вот так. Здесь тоже что-то лежит. Здесь тоже что-то замотанное в фольгу. Офигеть. Я сейчас просто вспоминаю свой первый раз, как я открывал первую посылку из Даркнет. Я был весь такой навеселе. Но потом, когда я открыл, а ты узнал, что там лежит. Просто жуть. Так, окей, у нас здесь две замотанные вот такие вот штуки, которые были в коробке из-под наушников. Давайте начнем с меньшей, посмотрим, что там. Это какая-то цепь. Вот так это выглядит. Это похоже на мужской хрестик, причем очень дорогой. Я так понимаю, это настоящее серебро. Но здесь, да, он был намотан, еще что-то лежит, видите? Интересно, разматывается, будет интересно. Сейчас там будут какие-то наркотики, таблетки. Здесь тоже хрестик. Только это не такой, как этот. Это похоже на женский, причем смотрите сами. Так, что же, окей, первое, что мы открыли в этой посылке, это два крестика, один мужской, похожий, один женский. И, естественно, этот факт у меня уже есть теории. Что если это два крестика мужа и жены каких-то, которых их просто украли? Я очень надеюсь, что они остались живы. Но это только начало посылки, поэтому давайте открываем дальше. Дальше у нас идет вот такой вот пакетик, который тоже там лежал. Он такой холодный. Или влажные, или холодные. Вы слышите это? Ой, не нравится мне это, с него уже капает. Ух. Так,
Так, окей, второе, что лежало в этой посылке, это вода, и в ней монеты. Причем очень странная вода, почему-то она красная. Монет очень много, и это не наши монеты, не украинские, не русские. Воу, нужно слить воду, посмотреть. Окей, вода слита. И здесь и вправду какие-то монеты. А, блин. Окей, здесь лежали вот эти монеты, и это СССРовские монеты, их здесь очень много. Вы только посмотрите на это реально круто. И здесь их куча, это 50 копеек. Интересно, а если... С этим все ясно, но не ясно то, почему вода была красная. Так, окей, дальше мы вытянем вот эти вот ушки. Я уже видел, что здесь вот что-то лежит, поэтому давайте вытащим его. Кажется, обычная иголка. Но очень странно, что она в этом пакетике. И открывать ее, конечно же, не буду и брать не буду, потому что я не хочу ей пораниться. Это очень странно, почему она именно здесь запечатана. Тем более, вдруг я не знаю, кого в ней кололи, и я не буду ее вытаскивать. Вот так она выглядит со стороны. Просто вот иголка. Чё-то с этой посылкой уже немного воняет. И это уже прям невозможно нюхать. Окей, благо у меня есть все для того, чтобы распаковать эту посылку. Что ж, давайте следующий посмотрим термос. Я слышу, что в нем что-то есть, и, блин, это уже интересно. Прикиньте, если еще будет нормальный термос. Естественно, я его не заберу себе, и продавать я его никому не буду, потому что это ужасная вещь. Я уже заикаюсь немного. Блин, там шприц был! Ой, блин! Офигеть! Вот это сейчас бы просто... Да не, в жопу такие посылки! Он еще открытый! Охренеть! Я просто в шоке! Открытый шприц! Офигеть! Ну нет, только не это, пожалуйста! А, блин, здесь очки! Кажется, они в крови! Они реально в крови, вот смотрите! Я их не буду открывать, но похоже, это от них так воняет! Почему, блин, в посылку с Даркнета просто не можно положить какие-то конфеты? Почему именно нужно ложить вот это, шприц открытый, блин! Окей, возможно, сейчас сделаю самую большую ошибку в своей жизни. Это... Открою это. Тупо офигеть. Блин, мне это уже не нравится. Какой же это было плохой затеей заказать что-то с Даркнета. Зачем я это делаю каждый раз? Как я понял, у нас осталось только две вещи. Это что-то в этом желтом мешке и вот эта вот коробка. Что ж... Ух ты ж, нифига себе, эта коробка очень тяжелая. Она весит, как вся эта коробка. Получается, это вообще ничего не весело. Откроем дальше. Давайте возьмем этот мешочек. Коробочку все-таки оставим на конец. Он, кстати, тоже тяжелый. Офигенно закрыл на какие-то заколки. Древние заколки, СССРовские. О, да у нас здесь тостер. Кто бы мог подумать? Да, банда, я угадал. У нас здесь реально тостер. Интересно ли он рабочий? Но вилка уже есть неплохо. Это вверх нога. Да-да-да, блин, там... Зачем? Зачем? Охренеть, там еще очки в крови были! Фу, блин! Я даже не хочу его вытаскивать. Там, мать его, пистолет! И что мне с ним делать? Так просто его в полицию не отдам. Хотя можно сказать, что я его на улице нашел. В любом случае нужно его оттуда достать. Блять, это не настоящий пистолет. Фу. В крайнем случае, это похоже не настоящий пистолет. А там кто знает? Сука, ну если это настоящий пистолет? Да блять, ну пожалуйста, ну блин. Почему именно мне его прислали? 250 баксов, а экшона на всю жизнь хватит. Зачем я вообще его открываю? Не, в жопу. Пусть это останется для меня на всю жизнь тайной. Или это настоящий пистолет? Нет, как там дуло. Охренеть! Просто охренеть!
Там, блин, реально как дуло в настоящего пистолета. Я в жизни не видел настоящего пистолета, откуда я могу знать? И после этого вы хотите сказать, что в Даркнете нормальные люди? Фу, здесь больше ничего нету. Я ебал его открывать. Ну все, в жопу. Фу, последнее, что осталось, это гребаная огромная коробка. Здесь осталась только эта коробка. Блин, ни хера себе, она тяжелая. Так, ладно, последняя. Это очень странно запечатано. Что это? Какие-то волосы. Блять! Да не пи***у! Нет, блин, нет! Там, блять, голова человека, я вам клянусь! Вы, блять, серьезно? О, блять! Она, сука, в пакете. Блять! Не, ну, я этого в YouTube не буду выкладывать. И сейчас я попробую ответить на все ваши вопросы, которые у вас возникли во время просмотра этого видео. После того, как я выключил камеру, я, блин, я реально очканул. Мне реально стало страшно, потому что у меня дома, блин, чья-то голова, очки в крови и, возможно, даже настоящий пистолет. Поэтому я сразу же вызвал полицию. Блин, приехал целый наряд. Я реально очковал, я прошел в эту комнату, просто сел и сидел. Я прям чувствовал, как меня всего трясет. В общем, приехали они, посмотрели все это. Фух, очки и кровь. Очки настоящие, а кровь нет. Это они сразу посмотрели и сказали, типа, братан, ты что, идет? Это не настоящая кровь. Второе, что было, это пистолет. Они его, конечно же, забрали потом, потому что... Но это был игрушечный пистолет, не настоящий. И я опять вздохнул с облегчением. И, собственно, та голова, которая была в той коробке, от которой я просто жестко паниковал. И сорян за маты, просто это были реальные чувства. Я не мог себя контролировать. Вы только представьте, у меня в коробке какая-то, блин, голова человека, уже мертва, отрубленная голова, вы только представьте. Полицейские сразу же взяли, открыли ее, отодрали просто. И оказывается, там был всего лишь манекен, испачканный чем-то красным, непонятным. Но это была не кровь, YouTube это не кровь. А сверху был просто приклеенный парик. И, блин... Вы бы знали, насколько мне стало легче потом. А на этом все, бро. С тобой был Сергей Онис, и бро, поставь лайк, ведь тебе это всего-то каких-то 2 секунды. А мне очень приятно и мотивирует, тем более за такое видео, за такие эмоции. Можно было бы уже давно поставить лайк. И, бро, и также подписывайся на мой инстаграм, ссылка в описании, оставил специально для тебя. Там выходят очень страшные фотографии, но если ты боишься, бро, то просто пиши мне в директ, и я отвечу именно тебе. Да-да, бро, из всех тысяч человек я отвечу именно тебе. И, бро, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою суприм банду. Ведь перед время Supreme Банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, про тебя не очень нравится быть под нами. Поэтому подписывайся на канал, чтобы быть с нами. В нашей крутой банде. И бро, вот, вот комменты из-под прошлого видео. Ты только выглядишь, какие они шикарные. Бро, не расстраивайся. Просто не расстраивайся, ведь ты тоже можешь попасть в следующее видео. Всего то, что тебе нужно. Это нажать на лайк, колокольчик, затем просто оставить свой комментарий. И все, бро, ты уже видео. Как видишь, ребята из Supreme Банды попали, так что и ты сможешь. Оставайся таким же шикарным, бро. Пока! We'll be right back.